Всем здравствуйте. Козлик где-то там гавкает. Но сегодня мы по-другому делу с вороном в лесу. Сегодня мы вон по такому чага. Метров 6, наверное, до нее. Как-то надо придумывать, как достать. Да, ворон. Ну так-то мы уже придумали. Сейчас мы будем пробовать доставать. Ну что, вот примерно 6 метров позади. Ворон снизу. Ну а как я залез, думаете, да? Высоты же я боюсь до жути. А я залез с помощью вот нехитрых приспособ. Правда, они у меня совсем не хитрые. Из подручных материалов пришлось делать, из веревочек. Но это все ерунда. Главное не бояться. Самое важное это вот это, чтобы выдержало. Вот так вот можно висеть, можно на сучок вешать себя, на засидке сидеть в засаде. Это я готовлюсь к охоте на косулю. Так вот сяду и буду сидеть и ждать ее. Ну как-то вот так вот. Сейчас мы отделаем чагу. Надо было топор брать. Вот что надо было брать. Бом. Я бы шлепнулся погромче, наверное. Ну ладно. Времени много. У нас еще дерево. 3 таких или 4 в этом лесу есть. Вот так вот тут. Почти нога выскочила. Вот, видите, какая польза от коня. Раз, раз, и мешочек уже чаги насобирался. У кого, конечно, не мешочек. У нас ее не в больших количествах. Вот это один лес. Еще одно дерево где-то надо найти. Помню, что было в лесу, но и осталось найти. Раз, раз, на коня все свесил, да, ворон? Ворон, правда, не особо рад, что я его эксплуатирую такими способами. И на себе носить не надо. И поехал дальше. Как-то вот так вот. Ах, ты красавец. Паутов зато сегодня поменьше хоть сейчас. Сейчас комары должны скоро подниматься. Ну все, погнали мы дальше искать последнее дерево. Может, конечно, еще где-то наткнуть, какое раньше не видел. Ну что, вон вроде последнее мое дерево на сегодня. Потом когда-нибудь еще съезжу. Тоже высоко. Тоже. И тоже сучки там есть неудобные. С поясом перестегиваться неловко, поэтому мы как какие-то опять ошибки карта стала у меня писать. Мы почти долезли. Так вот тут высоко. Все, залез я, в общем, чагу и ножик мы бросаем обратно вниз.
Ну что я скажу, вот это вот лазы монтерские, когти вернее, бетонных-то тут ничего не найдете в лесу, наверное. А вот когти монтерские, это очень хорошая штука. Можно из дерева на дерево перелазить, если поближе будут стоять. И чагу добывать. И сейчас бор валежника упростился. Ветроломины можно делать. И за куницей можно лазить. Вот, кстати, осина хорошая. Там маленькие дупла есть. С обратной стороны большое должно быть. Сухая. Но на такую, конечно, сложно залезть. Но хотя бы рядышком на дерево можно залезть, в дупло заглянуть. Как-то вот так вот тут. Ну ладно, я слажу. Говорить, конечно, я люблю, но падать мне тоже неохота. Так, так, так. Как будто, короче, вот куница и лазила, нацепляла и все. Никакого ущерба дереву. Ну все, складываемся и погнали мы с вороном домой. Вот столько мы чаги насобирали. Завтра передам ее одному человеку. Ну, ладно, всем пока. До охоты на косулю, наверное.